направляют на оздоровление, как Чернобыльский район. Это помогает в процессе выздоровления. Ага. А здесь? Никакого. Даже утомление. Да, да. Естественно, каждый день полчаса. Это такой турнир, самое главное. Кино. Выставочку и наш экскурсовод Анастасия. Вам не по учебным заведениям по специальности художественного творчества. 4 человека. We're at the Ecology of Soul and Art Center in Belarus, and I must say I'm very impressed by so many of the works that I have seen in the last few minutes. It is incredible how much talent this country possesses. Может, не всем хотя бы часть.